Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и сегодня Фролов может все в игре под названием Five Nights at Freddy's Security Breach, а что в переводе с ненашинского английского, он такой теплый, ламповый, русский, переводится как «Пять ночей с Фредди. Нарушение безопасности». Если ты впервые на канале, тогда обязательно подпишись, а если уже являешься частью нашего такого родного и дорогого комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я продолжаю играть в Security Breach. Да, продолжим с последнего сохранения. Вообще, игра мне нравится, она супер яркая. Что-то среднее между детскостью и чем-то невероятно взрослым и страшным. Чтобы в любое время получить доступ к камерам наблюдения, загляните на свои часы. Если область кажется вам слишком сложной, найдите источники шума и наблюдайте за противником через камеры. Хорошо. Справа он так здорово делает пиццу. Хочу пиццу. Ага. Вот они и мы. Так, прогружайся. Бру-бум. Бру-бум. Да, все, прогрузилось. Что нам... Подарок. Удерживаем Е. Бесплатный входной билет. Куда? Куда, вашу мать? Вот сюда, может быть, направо? Ну, было бы логично. Нет. Впусти меня! Впусти меня, мразь! Я хочу туда. Come back soon. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Кассы. Во! Е нажать открыть. Отличная работа, звезда. Тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пройти в пиццерию. Вон на херня ходит. Автомат улучшения, работа с клиентами, бла-бла-бла. Новое задание. Повторный вход запрещен. Улучшить бесплатный билет с помощью автомата улучшений. Мужик, мужик, ты это, ты свой? Что он делает? Это было странно. Это... Повторить попытку. Какой-то хер тут ходит. Накричал, наорал. Я ж человек спокойный. Я ребенок, я хочу отсюда выйти. Там это, девочка-петух ходит, тут какой-то охранник. Снаружи стояли обычные уборщики, они просто убирались. Так. Ой, а сейва-то еще... Угу. А сейва-то нету. То есть взял билет, Алексей. Потом просто топай вон туда. Я чуть это... Голос они лишился. Вот смотри. Здесь заход... Там ходит хер. Смотри, направо поворот куда-то есть. Тут чё? Второй уровень доступа. Я видел только, что там робот проезжал. Но, типа, он меня не видел. Он меня не видел, а значит, я его не видел. Да-да-да-да-да. Он где-то вот рядом со мной тут это тусуется. Нет, наверное, не сюда. Да-да-да, вот, видал? Он подъехал, посмотрел такой и уехал. Такой, тебе, да, Алексей? Во, можно здесь выйти еще. Нам сказали, говорит, надо где-то что-то улучшить. Где и что, я не знаю. Я пошел. Здравствуйте. Так, этот вон ходит далеко, он нам не мешает. Вон, наверху это... Как она меня увидела? А где я прятаться-то буду? Да-да, без проблем. Сейчас, я только засейвлюсь. Где сейф? То есть, ты понял? Она меня все равно увидела. Она меня все равно увидела. Другую ячеечку. Новая ячеечка.
Она меня все равно увидела, несмотря на то, что я просто приоткрыл здесь. Мне кажется, игра меня жалеет. Она такая, слушай, ну по-моему, типа, чувачок дебил. А как я от нее сейчас убегу? Как я от нее сейчас убегу? Если сейчас будет ячеечка, где она уже сагрена, куда я убегу? Куда я убегу? Куда я убегу? Ну, куда-то я убегу. Я, если честно, чувак смелый, поэтому... Блядь, куда? Может быть, после, ну, перезагрузки агра спадает? Она была там. Ну, ты понял, ее там не должно было бы быть. ББ. Алексей ББ. Чика говорит, сюда можно только персоналу. А кому она говорит? Блядь. Может, она где-то рядом? Ну, кому-то же она говорит это, правильно? Мужик, мужик, нахуй иди. Где Чика? Где Чика? Она где-то вон там. Я-то пока не хочу идти. Если она там. О, я могу приседать, я могу приседать. Сюда, говорит, можно только сотрудника персонала. Ага. О, во как можно сделать. Во как. Ребята, у нас это. Есть момент попроще. Короче, может... О, вон она ходит. Ну, она далеко ходит. Она вон вниз пошла. И пусть идет. И пусть идет, пока она идет вниз. Вон, а Чика идет. Есть вот будочка. Во, можно в будке спрятаться. Но нам это пока не надо. Тихо, тихо, тихо. Вон она. Вон она. Блять, как страшно. Проверка камеры. А не забывайте использовать камеры наблюдения, чтобы найти врагов. Камеры наблюдения можно просматривать на ваших часах в любое время в пиццаплексе. Ну, хер с вами, это я понял. Ты куда идешь? Нахуй иди. Ты куда идешь? Ну ага. Как они открываются резко-то. Нахера мне вообще сюда-то, блин? Опача. Ты меня не видел. Я пробежал. Ой, можно еще спрятаться вот так вот, ты прикинь? Так, и вот смотри, я сейчас нахожусь в пиццерии, правильно? Этот бомж везде тут ездит. Так, ну подожди, пока в этом нет ничего... Ага, и Чика вон, вон она ходила справа. Ты не видел, но я видел. И вот смотри, отсюда мы пока выходим. О, нифига себе. Тарелки стоят очень, очень неосторожно, тарелки стоят. Можно... Слушай, а тут можно много где прятаться вообще-то. Игрушка Глэм Чики. Ее зовут Глэм Чика. Глэм Чика. Но девушка-петух мне нравится больше, если честно. Так, а что нам надо сделать-то, Леша? Нажми тап, задание. Выбраться, понятно, освободить. Улучшить бесплатный билет с помощью автомата улучшений. Ты понял? Ты понял? Я ни разу видел автомат улучшения. Lost and found. Может быть. Угу. Чтобы сюда проникнуть, нужен четвертый уровень. Я ничего не боюсь. Возможно, есть способ извлечь из него пользу. Какой? Сходи в Glamrock подарки. У них много безделушек, финтифлюшек и прочих штуковин. Мне кажется, он меня обманывает. Так, давай-ка вот сюда вот присядем. Так, и пока мы тут сидим, взломать автомат улучшений. Здорово, здорово, вашу мать.
Тебе не страшно? Мне не страшно. Я вообще смельчак, если честно. Это сумка. Стырим сумку. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Я сам переживаю. Привет, Дэйв. Пошел в жопу, Дэйв. Ни хренушеньки. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Я не верю им вообще ни на грамульку. Да, видишь, вон катаются. А тут не выйти, и вон она ходит. Мы можем сократить путь. Мы можем открыть здесь проход. Где ты? Она прям сюда идет. А слушай, а она сможет открыть, если нас увидит? Типа... Ты чё? А как она оказалась... Сучка. А как она здесь оказалась? Подожди. То есть я ее видел там, потом разворачиваюсь, а тут стоит. Это нихера не честно. А потом я такой, типа, как дебил. Ну, ты меня видела, я вот тут спрятался. Она подходит, просто открывает. Это было смешно, это было забавно. Да, это было смешно. Так. Мы просто поднимаемся теперь. То есть мы поняли, как делать не надо. А теперь мы отсюда просто бежим. Мы знаем, что она приходит справа. Поэтому мы идем налево. Да-да-да. Говорит, твоя семья ищет тебя. Вот она, как женщина-петух. Мы прячемся, мы на корточках проходим через лево. Вон она. Она меня не видит, и все. Ну как она тогда телепортнулась? Так, хер с тобой. Берем отсюда какую-то штуку-вещицу. Гленчик, ага. Я бы, кстати... А, типа, пошуметь можно. Ага, отвлечение, все, я так делать не буду. Конечно, это делать не буду. Так, теперь мы спускаемся вниз. Здесь съедает наш билет. Помнишь? Да, он сожрал мой билет. Блин, она вон ходит, коза. Взломать автомат улучшений. Говорю, она прям вот там ходит, понимаешь? Вот она. Она пошла наверх. Вот, смотри. Она идет наверх, а пока она идет наверх, мы здесь открываем. И щемимся на выход. По очень простой причине, там есть сейф. То есть, чтобы не бегать вот это каждый раз, я просто бегу за сейвом. Опача, все, добежал, сохраняюсь. Да, можно туда же прям лупануть. Так, смотри, а теперь мне нужно улучшить. Он на меня смотрит, козел. Не надо на меня смотреть. А куда теперь-то бежать? То есть, смотри, он нам дал задачу. Задание. Взломать автомат улучшений. Для этого нам нужно... где-то из какого-то магазина игрушек что-то взять. Правильно? Блять, она вон идет. Мужик, нахуй иди. На, пиздец. А если я просто убегу? Ты бедым. Она за мной бежит, как думаешь? Блять, она прям за мной. Опача! Не очкуй. Я сам очкую очень, очень очкую. Камеры. Слушай, шухер как бы был, но...
Она где-то прям очень недалеко. Очень недалеко. Она только что прошла вот в минуте. Не в минуте, а в шаге от меня. Вот если я ее увижу здесь, то будет все хорошо. Вот здесь, если она будет идти. А я могу двигать камеру, не? А я могу двигать камеру. Это херня. Так, отсюда мы вышли. Отсюда мы вышли, здесь у нас съел билет. Я не понимаю, где она. Слушай, она где-то там. Вот. Блядь, мне прям вот туда надо идти, ты прикинь. Мне прям вон тут. Как ты обнаружил меня, дебила, кусок? Он не мог меня обнаружить. Как он меня обнаружил, я стоял за стойкой. Он через стойку просветил, понимаешь? Он просветил за стойкой. И теперь это где-то цыпа, где-то супер рядом, где-то вон там ходит. Вообще супер рядом. Слышишь? Чика. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. А вот мы в своей розовой херне сидим, вот здесь вот мы сидим. Или нет? Да. Вон она вышла. Она вон туда вон вышла. Угу. Блин, она туда же поднимается. Она туда же поднимается. В целом, мне бы вообще-то туда же. Вот смотри, и мы сюда зашли, а это важно, потому что если бы игру делал я бы хотел сделать так, чтобы люди пробежали куда-то вот сюда. Вот сюда, может быть, так вот она спускается вниз. Все, она спускается. Выходим спокойно. Какой-то, блядь, уровень доступа один. Опять первый. Хуи первый. Door needs a daycare pass. Our friendly security staff can help. Так, сейчас осмотримся. Блять. Мы как тупые сели. Она притягивается, в общем-то, на шум. Понимаешь? То есть, в том-то и дело, что она не... Я просто пытаюсь помочь. Блин, как стрёмно! Коза. Девушка-петух. Еще вот эти охранники сраные. Вот смотри, мы находимся сейчас... Где мы находимся-то? Алло. Во-во-во-во-вот. Так тут вообще никого нету. Спускаюсь ниже. Пицца. Где ты? Мы ищем какую-нибудь вещицу, которая поможет нам наш билет забрать.
Я нашел подарок. Это crappy Mr. Hippo fridge magnet? Lame. I am sorry, Gregory. Мне правда очень жаль. Так, и чего? Подожди, ну вот тут поговорили, а мне-то что делать? Ты слышишь ее? Она ходит... Ну прям супер рядом. Давай еще раз карту, не карту, камера. Кто хочет конфетку? Отвлечение, ага, не надо. Дядя, не надо! Угу. Разблокировать ходы. Так, ну а магнитика мы попробуем или что? Ага, вон она поехала наверх. Где она? Тихо. А зачем сюда? Вот этот автомат стоит. Yes! Да, магнит смог обмануть автомат. Oh, man. Now it's some kind of... Билет в детский сад. Во-во-во. Отличная новость. Жди меня там. Ага. А можно мне сейф? Вон она. Ты видел ее? Она справа была только что. Не очкуй, Леха, не очкуй. Это просто игра. Это просто игра. Вот детский сад, мы знаем где, мы туда идем. Все, идем. Ручки мокрые, ты бы только знал какие. Вон она, я вижу ее спину. Девочка-петух. Вот. Тут этот хер носится. Я пробежал в детский сад. Сейчас спускаюсь вниз. И тут снова стоит подарок. Подожди. Я мог сюда раньше попасть? В детский сад? Подожди, подожди, подожди. Или это магазин игрушек? Нахуй иди. Все, все, крутись в свою сторону. Блин, народ. Сейчас, дайте мне секунду, не очень понимаю. Я был уверен, что здесь находится детский сад, а оказывается вообще не так. Попасть в детсад с помощью соответствующего билета. Эта мать ходит здесь, наверху. Ну ты топаешь. Так, окей, значит, это магаз. Вот он, вот он, вот он. Я просто забежал не туда. Господи. Я думаю, сейчас должно быть что-то страшное, потому что и сейф, по-моему, прошел. Подарочек. Играем за ребенка, который здесь где-то шароебится. Ага, новые страхи. На тап, сообщение.
Ночные страхи. Жалоба клиента. У моего сына никогда не было проблем со сном, но после вечера, проведенного в вашем детсаду, он больше не может спать с выключенным светом. Он все плачет и плачет, а если я разрешаю ему оставить свет, он мочится в постель. Ага. Это очень важная информация была. Где медведь? Может, он здесь? Мишка? Нет, Мишки тут нету. Сохранить! Да, туда же. Ой, мне кажется, это нехорошо. Грегори, у меня не получается в детсаду. Там должен быть пропуск, когда ты сможешь меня впустить. Пропуск у него тут должен быть. Какой ты интересный Мишка, понимаешь? Там должен где-то быть пропуск. Чипсики. Ага, и сюда пока не выйти. Я пока не очень вижу, чтобы здесь что-то было такое. Нас точно съедят. Так, тут куколка сидит, вообще малоприятная. Здесь ничего нельзя сделать. И войти тоже нельзя. Правильно, Лёх? Правильно, Лёх. Нельзя. Но мы можем выйти отсюда. О-о-о. Слушай, а вот пока что мы тут и сохранились. У нас как раз тут полчаса набежало. Это вторая часть прохождения, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и сегодня Фролов смог все с криком, с матом, с перематом бегать от девочки-петуха в игре 5 ночей с Фредди, нарушение безопасности. Если досмотрел до этого момента, скорее всего, тебе понравилось, поэтому поставь лайк, подпишись, обязательно напиши свой волшебный царский комментарий, рассказывай друзьям в социальных сетях и заходи к нам в группу Telegram. Новое видео выйдет совсем скоро, и знай, мне с тобой было хорошо.